Вітаю, гэта выпуск навіну на Белсаці, і я яго вядоўца Наста Печанькова. У Брянской области сошел с рейк тягник с нафтопродуктами. Поводле попярэдняй информации, локомотив належит белорусской чыгунцы. Поводле мясцовых уладов спрацавала дистанционная выбуховая прилада. Авария отбылася на участку помеж станциями Унічай и Расуха. После Унічы чыгуначная линия вяде у бок Гомля. Однако теперь, поводле выдания флагшток, чыгуначное злучение России с городом порушенное. Амбасада Беларуси у Эстонии перервала молчание уладу на кон ситуации датычной Виктора Бабарыки. Представники установы прокомментовали допис амбасадора США при АБСЕ Майкла Карпентера у Твиттеры. Гэта Карпентер у своем поведомлении отзначил, что назирая за раптовной шпиталізацыі Виктора Бабарыки и заявил про отказность режима Лукашенки, что выкликало реакцию с боку амбасады. Вядома, значно простей и уважливо назирать, чем накировывать у Беларусь специалистов США для ознаёмления с материалами криминальной справы Бабарыки, як гэта пропоновал зрабіць президент Лукашенко у 2020 годе. Поведомление об шпиталізацыі Виктора Бабарыки з'явілася 27 красавіка. Поводле версии рабочего руку моцно сбитого политика доставили у хирургичное отделение Новополоцкой больницы с диагнозом пневмоторакс. Позднее представник колонии заявил, что вязень Бабарыка, будучи живым и здоровым, протягивает отбывать свое покарание. У Вокавыску мужчина скокнул с 4-го поверху мясцового будинку РАУС. Поводле городинских правооборонцев, ён сканаў на месцы. При этом означается, что информация дагэтуль непроверенная. Россия выпустила по Украине 18 крылатых ракет. Выбухи прогремели у Харьковской, Херсонской и Днепропетровской в областях. Частка ракеты утрапила у объекты у Павлограде. От удару потерпела 34 особы, из них трое детей. У Павлограде пошкодженное промысловое предприятие. Там отбылся пожар, який ратавальники уже ликвидовали. У жилым районе пошкодженные 19 шматповерховиков, 25 приватных домов, 6 установок школьной и дошкольной эдукации, 5 крамов. Российские пропагандисты сверджают, что удар был нанесен на чыгуначным вузле и был накерован на знищение пункту складывания украинских боеприпасов, або принамсі ракету, нібыта необходимых для контрнаступления. Папа Римский собирается в непубличную миротворчую миссию у справе Украины. Об этом он заявил, вертающийся после працовной поездки у Венгрию. Все зацікаўленыя у шляху до миру. Я готовы сделать все, что треба зрабіць. А кроме того, уже теперь идзе миссия, але яна яшчэ не публичная. Калі яна будзе публичную, я расскажу про гэта. Пантыфік таксама заявіў про готовность Ватыкану спрыяць вяртанню украінскіх дзяцей, дэпартаваных у Россию. Польша заканчивая будаўніцтва электронного барьера на мяжы с Беларусью. Об гэтым паведамляе памежная ахова краіны. Электронный барьер каштовал около 80 миллионов долларов. Ён налічвае 3000 камер назирания и мае протяглость 206 километров. Барьер был побудован для поляпшения информованности польских помежников об миграционной ситуации. Гэтак только с початку года было зарегистрировано больше за 8000 выпадков нелегального пересечения мяжи с боку Беларуси. От сёння белорусские пенсионеры могут скористаться сезонными льготами. Одна из них – 50% знижки на проезд в электричках. Квитки со знижкой можно оформить на сайте Белчыгунцы, у касах, а так само про терминалы самообслуговывания. Для этого будет необходимо показать оригинал пенсийного посвящения. Знижка будет действовать до 31 кастрычника. Двое городинцев открыли бизнес для вытворчасти самогону. До вырубу алкоголю подошли творча, организовавший мини-завод на колах. Не глядячи на конспирацию, яны были затриманы супрацовниками милиции. Агрегат курсовал по Беловежской пушче, спыняющийся у разных местах. Его сопровождали два ауты. У одним был котел, у другим – мука. Милиционерами изъято и уничтожено более 6 тонн браги и 60 литров самогона. На гэты момент милиция проводит проверание. Высветляются обставины справы. У городе отбылся забег, примеркованный до святкования 1 травня. У им взяли удел больше за 700 спортсменов-аматоров. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выпускам. Поўны агляд падзею дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.